Эти там. Страшно глубоко спускаться туда. Это новая какая-то штука. О, вот и противогаз. Так, у меня рука такая есть. Ах ты, блин. Так, ага, все-таки я бы по тут есть попасть. Меня от пертуха не лишь. О, вот он ультра. Вот.
Хорошо, чипов собрали, только немножко маловато. Уже было. Так, мне значит сюда, окей. О, спасибо. Ладно. Опа, сверху что-то и должно быть. Опять нифига нет. Опа, а ты чё за перец? Как у тебя знакомая эта фигура, не знаю, кто ты. Ау! Ах, блин. Это ловушка. Империя всего чешу. Не хотел, чтобы они смогли украсть хитуат из наших тирами. Я приду. Скоро как найду выход. Ну, но если вот, будет поздно, если чтобы остановить их. Я скажу, что я просто я ж шпион. Ну, вот такой. Я постарался прикрыть их взаимосвязь с тобой. У нас есть общий враг, короче. А я тут вверх. Я тебя жду 20 стимов. Отправлю. Я укус империи, блин. Долбанный кот опять орёт, блин. Что ты будешь делать, а? Меня уже. Другого пути нет. Я буду драться на сцене. Пошли. А, та, а это Леон, блин. Тебя не узнать, конечно, в таком сети. Опа. Ассасин Одинокий. Цель захвачена. Скажи. А у меня почему-то
Так, один забанит. Так, у него появился этот развон. Блин, ёпа. Так, еще минут. А, это тот же. Бега, у тебя там ракета нет. Ну, наконец-то. Другой тур. О, минус вообще один. Один остался в бане. А другой получил первых утверждения. Так, давай предупреждение. Блин. Минус. О, ракетный револьвер. Очень. Новая хорошая команда. Опа, Тим в нос сало. Это плохой знак. Ядро пропало. Я бы... Если бы он ник, чтобы... Надо бы использовать. Ядро по Украине Империи, когда ты уходил. Ё-моё. Наш самый важный фигка по Украине Империи. Они хуже, чем... Хоп, вот это... Блин, даже не знаю, как правильно их называть. Они планируют это очень долго. Это ужас. Ведь наш источник, единственный источник, да? Не вернуть высоту. Если ее не вернуть быстро, наша деревня уничтожится. Я обнаружил группу детских солдатов, бегающих с ядром. Они попали на уровень 6. Это путь в Пинарную крепость. Это завтра утром. Империя хочет только войны. Но мы можем только защищаться все. Также я не собираюсь отдавать. Побежим армию. Да. У нас плохая ситуация. Конечно, пескет, но я типа сойду за своего, чтобы они поняли, о, типа его не надо. А я типа хоба и все. О, вот и призрачный свет. Вот темно-синий. Красный. Красно-зеленый еще. Я знаю, мы не сможем. Дает больше этим имперским уродцам. А, я с тобой уже говорю. Так, следующий, ну, следующий мы пойдем возвращать нашу. Так,
Ну-ка, чё, все есть? Давай пожать в магазин. Не хватает сейчас на руку. День 6. Я видел, как имперские солдаты бежали в покупку. Я приветствую их, они не поприветствовали в ответ. Мой день разрушен. А, то есть это тебе беспокоиться не о чем апокалипсис, да? Ладно. Ладно, мы вернемся в следующей серии. Ладно, пока-пока.